Официальная делегация Псковской в области России у гэтые дни находится с рабочей поездкой в Беларуси. У программе визиту и знакомство с Брэшиной, подчас якого керовники Брэшского и Псковского регионов обмеркуют перспективы супрацовництва. Знакомство с Брэшской областью члены Псковской делегации начали с мемориального комплекса «Брэшская крепость Герой» – священного места не только для жыхароў Беларуси, але и всей постсоветской просторы. Гости усклали кветки до вечного огню и ушановали память загинувших оборонцев цитадели хвилиной молчания. Я нахожусь под глубоким впечатлением. Это мой первый визит на мемориал. И я обязательно привезу сюда своих детей. У целом, говорячи об визите делегации Псковской области на Брэшину, губернатор Псковщины отзначил, на керунку супрацовництва помеж областями шмат и наибольш перспективная сфера агропромыслового комплексу. Мы в последние годы достаточно большой рывок сделали в области свиноводства. Мы построили несколько очередей свинооткормочных комплексов, вышли на 1 000 000 голов свиней единовременного содержания. В следующем году выйдем на 2 миллиона. Мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации и делим 3-4 место в целом по России. Поэтому в области именно племенного животноводства мы готовы обмениваться опытом, брать опыт у наших белорусских коллег. Керавник Брэшской области Анатоль Лис полностью подтримал российского коллегу. Мы активно занимаемся и свиноводством. У нас самое большое поголовье в республике среди областей. На сегодняшний день более 450 тысяч. Это серьезные, комплексы по 100 тысяч, такое как западные, беловежские. Около 100, в беловежском больше. Поэтому есть мы чем гордиться. Кроме того, и в вопросах молочного скотоводства наша область занимает лидирующее положение. Поэтому есть у нас взаимовыгодное сотрудничество в этой области. То есть мы что-то можем показать им. А второе – это культурные связи, это туристические, это спортивные и так далее, Поэтому здесь в этом плане еще больше у нас есть возможность сотрудничать. Акрамя гэтага, псковскую делегацию цікавіць опыт брастаўчан па перапрацоўцы цвёрдых бытавых адыходаў. Перспектывай супрацоўніцтва можа стаць і сельскагаспадарчае машынабудаванне, меліярацыя, ільнаводства. Людмила Салзна, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.